молчаливое, но крикучее. Я блондинка такая вся, черно-рыжая, но стеснительная, но бесстыжая. Я нашла себя, но я пропащая, я безгрешная, но гулящая. Серое небо. Я подумала, что все те люди, которых раздражает серое небо, должны прийти на новый концерт. Я вообще всегда была убеждена, что на мои концерты ходят исключительно интеллигенция. Поэтому вся, что была в Москве, вся здесь. Я единственное, что понимаю, что, конечно, в 52 года нужно быть интеллигентной певицей. Я затянула себя в корсет, и если я буду весь день ходить вот так, то концерта не будет. Все, что я могла отдать интеллигенции, уже все случилось в первых двух песнях. А теперь расслабляемся. Ленин, в тебе и во мне. Yeah.
Телевизионщики, большое лицо крупным планом, женщины. Под ней была надпись «Психолог». И вдруг это психолог говорит: «Лёки!» Было 8 утра. Я вжалась в кровать. «Лёки, вы же взрослые! Что вы себе думаете?» Я, правда, было 8.02, я вжалась просто и еще больше. И думаю, ну я послушаю, вот так заклятла с пультом. Она говорит: «Люди, где бы и кем вы ни работали, вы должны встать и стоять 15 минут, это нужно вашим позвоночникам раз в час». А я подумала, концерт без отранки. Что я могу сделать? Поэтому я поняла, что я сейчас должна сделать что-то для ваших позвоночников. Жанна, только снился мне. Снился мне по причине к шелому городу. Проплывает медленное облако. Облако покоя в светлом городе. Снилось мне, что мы хоронили.